Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании и Турции. Это программа «Лица Турции» на телеканале ТВ-82. В этой программе мы рассказываем о людях из разных стран, которые проживают в нашей прекрасной Алании. Поэтому добро пожаловать и наслаждайтесь. В Алании проживают люди из более чем 80 стран мира. И именно их истории я и хочу вам рассказать. Со всеми своими героями я буду общаться на различные темы. Ну и, конечно же, на самую главную тему о том, как они приехали в Турцию, почему и как им здесь живется, о чем они мечтают, чем занимаются и как проводят свои будни. Смотрите программу «Лица Турции» на телеканале ТВ-82 в субботу на русском и в среду на английском языках. Узнавайте больше о жизни в Алании и в Турции от многочисленных иностранцев, которые проживают здесь. Ну а сегодня в нашей первой программе я вам расскажу свою историю. Махмутлар – это быстро развивающийся курорт на турецком побережье Средиземного моря. Находится в 10 километрах от центра города Алании, в 145 километрах от города Анталии и в 45 километрах от аэропорта Гази-Паша. На востоке граничит с поселком Карагджак, на западе с Кестелем, на севере окружен горами Тавр. Численность населения зимой составляет всего 25 тысяч человек, а в летний период достигает 70 тысяч. В настоящее время Махмутлар очень популярен у туристов, а также у тех, кто хочет приобрести недвижимость в Турции, либо снять жилье на несколько месяцев. Моя история в Турции началась именно с Махмутлара. Именно сюда в 2010 году я приехала по работе. И, как видите, осталась навсегда. В Махмутларе я жила около 3 лет, ходила на этот прекрасный пляж и жила недалеко от центра города. В то время, 10 лет назад, Махмутлар не был еще так густо населен, но именно тогда в Махмутларе было жить очень хорошо. Ну а сейчас Махмутлар стал очень развитым современным городом, где проживает большое количество иностранцев, и город живет и зимой, и летом. В Махмутларе много школ, магазинов, ресторанов. И сейчас мы с вами проедем по тем районам, в которых я жила. Побережье протянулось на несколько километров. Пляж Махмутлари галечный и лишь изредка встречается песок. В Махмутларе средиземноморский климат с жарким летом и умеренной зимой. Лучшее время для отдыха с июня по октябрь, когда вода и море прогреваются до 30 градусов. В апреле-мае днем плюс 22-24, но море плюс 20. Лучше всего приезжать сюда в сентябре. Уже не так жарко, но вода по-прежнему теплая. Летом же столбик тенурмометра может подниматься до 40. Сейчас мы находимся практически в самом центре Махмутлара, на улице Мер-Чакыр. Именно эта улица является для меня очень знаменательной, потому что в конце этой улицы находилась первая квартира, в которой я жила. Но как я приехала в Турцию? Мой приезд совершенно нетипичен, потому что я приехала по приглашению одной из строительных компаний для того, чтобы работать в новом офисе, который открылся в Кестеле. Было это в 2010 году. Ну, а истории других людей совершенно разные, потому что многие приезжают в Турцию и жить, и отдыхать, и потом здесь остаются навсегда. По контракту с этой компанией, которая сейчас работает в Анталии, и с ребятами из этой компании мы также общаемся и дружим, я приехала в Аланию, непосредственно в Кестель, где и начала работать менеджером по развитию бизнеса в строительной компании для развития скандинавского рынка. На этой улице раньше был ресторан, в котором мы каждый вечер встречались со своими норвежскими друзьями, потому что в Махмутларе проживает огромное количество людей, как я уже сказала, из разных стран мира. Из Скандинавии, из Норвегии, Швеции, Дании, из Англии, ну и, конечно же, из России и бывших стран СНГ. Поэтому здесь жить очень интересно и интернационально. В Махмутларе
Хорошо развита городская и транспортная инфраструктура, поэтому добраться из Махмутлара в любую точку города не составит никакого труда. Гуляя по Махмутлару, конечно же, невозможно не встретить знакомых. И с Владимиром мы знакомы. Сколько мы уже с вами лет знакомы? Ну, лет пять точно, да. Лет пять точно. И Владимир живет в Махмутларе. Вы с самого приезда живете в Махмутларе, да? С какого года? С 15-го года. А откуда вы приехали? Ульяновск. Расскажите, пожалуйста, как вы так решились с четырьмя детьми у Владимира и его супруги четверо детей? Сколько детям лет? 13, 12, 10 и 7. 10 и 7. Как вы решились переехать в Турцию? Так звезды сошлись. Мы сначала приезжали в отпуск, потом решили, что мы здесь наотдыхались достаточно и поедем обратно, пусть остаться. И остались. Владик, ты ходишь в турецкую школу, да? Да. Сколько тебе лет? 10. 10 лет. И по-турецки ты говоришь, да, хорошо? Да. Расскажи, пожалуйста, сложно было тебе учить турецкий язык? Да нет. Нет? Быстро выучил? Очень. Очень быстро. Как, кстати, дети адаптировались к новой стране? К стране адаптировались очень хорошо и быстро. К школе вот он лучше всех адаптировался, потому что он в первый класс пошел. Которые постарше, им было сложнее, потому что в пятом, в четвертом у них уже там математика, свои термины. То есть, если он месяца за два начал говорить, то, то они где-то полгода, ближе к концу первого года, они уже так хорошо адаптировались. Сейчас одни из лучших в школе грамоты получают. Ну и самый главный вопрос, почему вы скучаете, живя в Турции? Вот у меня, кстати, тоже такой же ступор, когда меня спрашивают. Ну, единственное, наверное, почему я могу скучать, это по родным, которых здесь нет. А так, в принципе, все же есть в Турции, да, даже? Ну да, скайп есть, сала нет, но мне привезли из Сибири. Вот. Поэтому то, что для вас обычно на столе, для нас это праздник. Ладсен, Хангел Кулдау Курсен. Махмутлар Илько Кулда Акуэрин. Санэл Макастерсен. Herkes bana bu soruyu soruyor ama ben onu hiç de bilmiyorum. Neden? Bilmem. Bilmiyorum. Türkiye'yi en çok ne seviyorsun Mahmutlarla? Denizi, dağları. Başka hepsini seviyorum. Her şey. Evet. Sen kaç yaşındasın? 10. 10 yaşındasın. Аферин. Видите, как прекрасно говорит по-турецки. А на каких языках ты еще разговариваешь? В школе какие языки у вас преподают? Английский. Английский. И все. И все. Ну, наверное, в старших классах будут еще другие преподавать. Но у тебя папа переводчик, поэтому тебе английский не знать невозможно. Друзья, если вы хотите, чтобы мы с Владимиром сняли передачу об его истории, потому что история его переезда в Турцию очень интересна, обязательно напишите ваши комментарии. И мы с Владимиром уже договорились, кстати, и обязательно сделаем программу. Ну, а сейчас идем дальше гулять по Махмутлару. В Алании и в Махмутларе живет огромное количество интересных людей со всех стран мира. С ними вы познакомитесь. Ну а сначала покажу вам, где я жила, когда приехала в Махмутлар. Здесь находится первая квартира, в которой я жила. И жила я здесь совсем недолго. Ну а недалеко от первой квартиры находится моя вторая квартира, в которую я переехала примерно через месяц после того, как я приехала в Турцию. Здесь я жила порядка года в этом районе. И через год из этой квартиры я переехала чуть ближе к центру. Жить здесь было очень интересно и комфортно, потому что в Махмутларе очень развита инфраструктура. Ну и, конечно же, до моря, как вы видите, буквально подать рукой, пройти 5 минут, и вы очутитесь на пляже. 10 лет назад, когда я приехала в Алании в Махмутлар, здесь не было такого количества резиденций, как вы можете наблюдать сейчас. Проживала я вот здесь, в этой резиденции, здесь находилась моя вторая квартира. Жила я здесь совсем недолго, буквально, может быть, 4-5 месяцев. И потом я, как уже сказала, переехала чуть ближе к центру в более просторную квартиру.
Ну и, конечно же, многие задаются вопросом, как вы решились переехать в Турцию? Как так получилось, что вы переехали именно в Турцию? И почему вы скучаете? Чего вам не хватает? Как я вам уже рассказывала, я переехала в Турцию по работе. Родилась я сама в Мурманске. Училась в университете в Мурманске и в Норвегии. И после того, как я вернулась в Норвегию, обратно в Россию, я получила приглашение и переехала жить и работать в Турцию. Более 2 лет я прожила в Махмутларе, и после Махмутлара я переехала в Тосмор и далее уже в центр Алании. И сейчас мы проживаем в одном из самых красивейших и, наверное, тихих районов Алании, близко к горам. Его я вам покажу чуть позже. Ну, а Махмутлар, вот он такой, друзья, именно в Махмутларе и началась моя турецкая история, которая длится уже очень много лет, и я надеюсь, что она никогда не закончится, потому что, как я вам и говорила, приехав в Аланию, в Турцию однажды, люди остаются здесь навсегда. На центральной улице Барбаросса в Махмутларе расположилось большое количество резиденций, парков, магазинов и ресторанов. В ресторанах вы можете отведать блюда традиционной турецкой кухни, а в парках отдохнуть в тени зелени. В Махмутларе расположено большое количество магазинов, как с фабричными товарами, так и с товарами ручной работы. У местных умельцев вы можете купить украшения ручной работы и другие сувениры. Также в Махмутларе очень много парков, где вы можете отдохнуть в тени деревьев или полюбоваться красивыми цветами и фонтанами. В городе свободно можно ездить на велосипедах и, конечно же, прогуливаться по прекрасной набережной днем, утром и вечером. А если вы хотите отправиться в Аланию, то 15 минут на машине, и вы уже в центре города. Кестель – это один из самых быстро развивающихся районов Алании. Ну а 10 лет назад здесь не было практически ничего. А сейчас здесь большое количество современных резиденций, магазинов, ресторанов. И мой первый офис находился также в Кестеле. Сейчас там расположена другая компания, но работала я именно здесь. И проработала я в строительной компании, которая пригласила меня в Турцию около года. Конечно же, вы спросите, чем же я занималась. А работала я как и в России, так и в Норвегии до этого менеджером по развитию бизнеса. То есть я выводила компанию на новый рынок и делала так, чтобы компания развивалась, приносила прибыль и была успешной. Чем я и занимаюсь по сей день? Работаю как со своей, так и с другими компаниями. Но об этом я расскажу вам чуть позже. Ну а сейчас давайте поедем в Аланию, и я покажу вам, как проходит мой самый обычный день. Ведь из обычных дней и состоит наша жизнь. Алания – это не только атмосферный курортный город на Средиземноморском побережье Турции, а также очень приятный и красивый город для жизни. Несмотря на то, что туристов привлекает теплое море, пляжи и жаркая погода, в Алании большое количество парков, в тени которых можно укрыться в жаркую погоду. Прожив в Махмутларе более 3 лет, мы познакомились с Айханом и после свадьбы переехали в Тосмур. И после 2 лет в Тосмуре мы прожили около 3 лет в центре Алании и буквально пару месяцев назад мы переехали очень близко к горам. Около гор жить очень здорово, потому что там летом прохладно, а зимой не холодно. Ну а сейчас, друзья, из всей вот этой вот зеленой красоты, которая находится в самом центре Алании, где также проходят многочисленные фестивали, мероприятия, мы переносимся в наш офис, и я познакомлю вас с нашей работой. Городская и транспортная инфраструктура очень хорошо развиты в Алании. По городу курсируют более 20 маршрутов муниципальных и частных автобусов.
На муниципальных автобусах по главным улицам города вы можете добраться в любую точку Алании, а на частных автобусах в любой ближайший район. Если вы хотите взять в аренду автомобиль, то он пригодится, скорее всего, для осмотра соседних городов, если хотите свободно передвигаться и не зависеть от экскурсионных групп или автобусного расписания. Также можно воспользоваться услугами такси. Вызвать такси можно по телефону или с помощью привычных для Турции кнопок на столбах или деревьях. Несмотря на то, что мы живем в курортном районе на Средиземноморском побережье Турции, в одном из самых, точнее, самом красивом месте на Земле, мы проживаем здесь каждый день будни. Для нас это не всегда курорт, для нас это повседневная жизнь. И я расскажу вам, как проходит наш каждый день. Когда мы находимся в Алании, мы, конечно же, больше всего времени я провожу в офисе. Офис покажу вам чуть позже. Ну, а каждое утро у нас начинается, конечно же, с чашечки турецкого кофе. У меня с чашечки турецкого кофе, а у Айхана каждый день проходит с несколькими стаканчиками турецкого чая. Вот таким вот образом подают турецкий кофе, обязательно со стаканчиком воды. И вот в таких вот маленьких стаканчиках, которые называются тюльпанами, подают турецкий чай. Турецкий кофе – это на самом деле не просто кофе, это настоящий ритуал и традиция. И пить его можно днем, утром, вечером, в общем, в любое время суток и при любых обстоятельства. Настоящий турецкий кофе также варится по особому рецепту. Я думаю, что многие из вас пробовали турецкий кофе, будучи в Турции. Ну а если вы не пробовали, обязательно посетите вот такое вот маленькое кафе, а точнее чайную, которая находится практически в каждом районе, в каждом квартале Алании. Обязательно посетите такое маленькое традиционное место и отведайте турецкий кофе. Добро пожаловать в наш офис. Здесь мы проводим очень много времени, и наш офис является нашим вторым домом. Поэтому здесь у нас всегда происходит много всего интересного, и именно здесь мы тестируем все наши проекты, которые притворяем в жизнь. Здесь мы работаем с нашей командой, ну и, конечно же, с нашими друзьями и клиентами. На протяжении уже 10 лет наша компания работает в сфере брендинга, маркетинга, дизайна, развития бизнеса, а также печати полиграфической продукции. Принципами нашей работы является индивидуальный подход, поэтому мы работаем как с большими, так и с маленькими компаниями, как с турецкими, так и с иностранными. Если компании нужен индивидуальный подход и нестандартные решения, то компания обращается к нам. Мы поможем наладить производство, дизайн, ну и, конечно же, сделать так, чтобы компания приносила прибыль и работала на благо общества и владельца. Когда я нахожусь в Алании, то большую часть своего времени я, конечно же, провожу в офисе. И знаете, что я посчитала? Более 100 дней в году я нахожусь за пределами Алании, в других городах Турции или за границей. И самое интересное, что это составляет практически 30% всего года. И, конечно же, хочу поделиться с вами нашими достижениями. Уже 4-й год подряд наша компания занимает первое место в конкурсе дизайна рекламы для печатных изданий. Мы 3 года подряд получали эту награду, и 4-й год подряд, церемонии еще не было в этом году, получаем награду «Лучший дизайн года печатных изданий Алании». Ну и, конечно же, работаю я всегда на компьютере и занимаюсь различными проектами. Например, сейчас мы делаем проект по дизайну одного из магазинов, который будет открыт по всей Турции. На самом деле у нас очень много разных проектов, и работа у нас очень интересная. Мы работаем с международными компаниями по проектам брендинга, маркетинга, ну и, конечно же, развития бизнеса. Ваня.
Жизнь в Алании невозможна без рынка. Круглый год здесь продается все самое вкусное и свежее. В Алании растет огромное количество фруктов. И сейчас сезон гранатов. В Алании растут как обычные фрукты, такие как яблоки, груши, но и, конечно же, тропические фрукты, гранаты, бананы, авокадо, киви и даже драгон фрукт. На многочисленных рынках Алании можно приобрести фрукты, овощи, зелень, различные соленья, сыры, натуральное оливковое масло, ну и, конечно же, традиционную турецкую колбасу суджук. Рынки в Алании проходят каждый день в разном районе. Но если в вашем районе нет рынка, то фрукты и овощи вы можете приобрести в ближайшем овощном магазине. Овощные магазины расположены в каждом квартале города. А если вы хотите посетить рынок, то обязательно смотрите, когда в вашем районе будет проходить рынок. Рынок переезжает с места на место каждый день. На рынке можно купить все самое свежее, начиная от фруктов и овощей и заканчивая различными сувенирами. Ну и, конечно же, на рынке можно встретить старых знакомых, с которыми встречаешься редко в обычной жизни. Поэтому рынок – это не только место торговли, но и общения. Bugün ne yiyebilirim Ahmet Bey? Ciğer, Arnavut ciğeri. Ciğer. Yapmak ister misin? Çok güzel. Olur. Çok tatlı. Süper. Yeni yaptım daha. Evet. Tamam, o zaman ciğer, patates. Patates var, yanında pilav var. Bak, bulgur pilavı, köy pilavı. Zartma var. Bak, fırın makarna olabilir. Ben sadece ciğer, patates ve cacık. Cacık. Tamam efendim. Gelişini alırsın. Orman kebabı. Yanında pilavlı yoğurtlu. Teşekkürler. Самая вкусная еда – это, конечно же, еда, приготовленная дома или еда, приготовленная в печи. Так вот, во всей Алании, ну и вообще в Турции, очень много ресторанов, так называемых лакан, где еду готовят по домашним рецептам и в печи. И каждый, практически каждый день в обеденный перерыв мы приходим в один из таких ресторанов и кушаем самые вкусные обеды в мире. Ну и, конечно же, многих интересует, чем мы занимаемся в Алании и как проводим свое свободное время. Конечно же, нужно разделять, если вы работаете и если вы проживаете в Алании, не работая. Если вы работаете, то на различные развлечения и поездки по достопримечательностям Алании у вас просто не хватит времени, потому что их огромное количество. Ну а если вы не работаете, то тогда можно расписать целый год для поездок, посещения различных мероприятий, как в Алании, так и в Анталии. Ну и, конечно же, недалеко от Алании расположен аэропорт, можно улететь в Стамбул или в любую другую страну мира. Поэтому, друзья, жить в Алании не скучно. И, как я всегда говорю, для каждого Алания своя. В Алании проживает большое количество иностранцев, и помимо того, что все мы развлекаемся вместе, например, организуем различные вечера караоке, слушаем живую музыку, ходим в рестораны, посещаем различные выставки и мероприятия, мы вместе учимся. Мы изучаем английский, арабский и другие языки. И, например, одно из таких мероприятий, одна из таких языковых групп проходит каждый четверг в 2 часа в Алании, где вы можете попрактиковать свой английский язык.
Эту группу организовал англичанин, которого зовут Эндрю. В следующем видео я вас с ним познакомлю. И если вы хотите улучшить знания своего английского языка, вы можете прийти в эту группу и совершенно бесплатно практиковать английский язык и познакомиться с другими иностранными жителями Алании. Но, кстати, иностранных жителей Алании не называют иностранцами, а называют новыми аланийцами. Поэтому каждый четверг вы можете прийти в эту группу и попрактиковать свой английский язык. Ну, а также в Алании есть группы практики французского языка, арабского языка и также группы практики для детей, для подростков до 18 лет. Ну и если говорить о сезонах, поскольку мы живем в туристическом городе, то летом, конечно же, большинство разъезжается по своим странам, многие ходят на пляж, отдыхают с семьей, с родственниками. Ну, а зимой начинается настоящая интересная жизнь, потому что приезжают театры, местные театры выступают, мы ходим в кино, организуем многочисленные мероприятия и изучаем иностранные языки. Поэтому не верьте тому, кто говорит, что в Алании жить скучно. Алания не только красивый и теплый город, Алания – интернациональный город. Новые аланийцы из более чем 80 стран мира не только проживают в Алании, но и активно общаются друг с другом, посещают различные встречи, мероприятия, выставки и английский клуб, который каждую неделю проходит в центре города, где любой желающий может пообщаться с новыми интересными людьми и попрактиковать английский язык. This is the regular meeting of the Strictly Talking English group. I founded it about 5 years ago, and the idea was that if people were already speaking some English, they needed to have a place to practice. So the rule of the table is they come and they talk in English to each other. It's quite amusing when you get two people from one country speaking in their second language without any inhibitions. We leave inhibitions at the door. And this restaurant has made us welcome for a long time, so it's now our home and we like being here. We have a very international membership, never quite sure who's going to turn up week to week. Sometimes it can be very Middle Eastern, another time it will be very European, but it's always fun. The subject matters are everything except religion and politics. But we do sometimes talk a little bit of religion and a little bit of politics, but quietly. But that's Strictly Talking English. This is my friend. Tell him your name. Hi. Tell him your name, Abdullah. My name is Abdullah. I'm from Saudi Arabia and I live in Alania now. And he's half the man he used to be. What do you mean? Well, you've lost him. In terms of weight, yes. Yes. Hello, my name is Susanna. I'm from Denmark and I also live in Alania. New member of the group, and her husband loves cake as well, who you will talk to in a minute. You are in the spotlight. No, I'm the man. I'm the cake lover. He's the cake lover. And your name is Kasten. Kasten, that's it. Kasten, I'm also from Denmark. Yeah. And he loves cake. Introduce yourself to the lovely, lovely Anastasia. Hi, my name is Lana. I'm from Russia. I also like cakes. And she's new to Alania, and she's already in Strictly Talking English and the choir. She is doing well. She's joining every group. Very social girl, aren't you? Yes, I am. And she has a Scottish accent because she's been working in Scotland for 8 years. Interesting mix of people. So we have here Annika, who's from Sweden, and next to Annika is Martha, whose husband is sat opposite her, their husband Bill, they're both from America. We have Essa, who's our Strictly Talking Turkish teacher, who is a Turkish citizen, and was originally a teacher of French in a school in Ankara. We have Sara, who's from Iran at the end.
We have two lovely guys at the far end who are also from Iran. One of them is a patisserie and makes wonderful, he's a chocolatier. He makes wonderful chocolates. I'm waiting for some. And then we have a little girl there whose name I can't remember offhand, and she's from Azerbaijan. And a fairly new member. We have Erjan in the white and turquoise shirt. He's an Iranian. He's an English teacher. So we've covered the table for today. And I hope you'll come and join us sometime. I'm the Meiti. I'm from Canada, originally from Iran. My name is Shervin. It's from Iran. And he would say, take a letter. And she'd be. They used to write in short letters. Ну и, конечно же, друзья, самое главное, как начинается утро в будничной Алании. Мое утро начинается очень рано, с большой, огромной кружки кофе. Не с маленькой турецкой чашечки кофе, а с большой кружки кофе, которая дает мне заряд на каждый день. Ну и, конечно же, я выхожу на балкон и любуюсь вот этим вот прекрасным видом на горы. С другой стороны у нас виднеется море, но оно закрыто крышами домов, поэтому с этой стороны на этом балконе постоянно прохладно утром и особенно вечером, когда спадает дневная жара. Ну и, конечно же, друзья, многих из вас интересует, как устроен самый обычный турецкий дом. Небольшая резиденция с бассейнами и хамамами, а самый обычный турецкий дом. Сейчас я вам покажу. Как же выглядит самый обычный турецкий район? В таком вот районе мы находимся. Мы живем в районе Бьюк-Хасбахче, который находится за большой объездной дорогой, но идти до моря здесь буквально 15 минут. В самом обычном турецком районе в Алании перемешано все. Здесь есть и старые турецкие дома, есть и современные резиденции. Вот, например, самый обычный турецкий дом, а около нашего дома, вот это вот наш дом, построен дом более современный, чем наш. Наша квартира находится на последнем этаже, и в доме у нас нет ни бассейна, ни хамама, но у нас очень классные соседи, очень чистый, уютный дом. И самое главное, что мы живем недалеко от гор, горы Тавр. Если море у нас находится с той стороны и идти буквально 15 минут, то до гор нам тоже рукой подать. Когда хочется, можно ходить на море в любое время дня или вечера, либо идти в горы, кататься на велосипеде или просто прогуливаться. Вот так вот выглядит наш район. Как я уже сказала, в нашем самом обычном турецком доме нет никакой инфраструктуры, которая есть в новых современных резиденциях, но у нас очень теплый, уютный дом и классные соседи, с которыми мы встречаемся практически каждый вечер, пьем чай и обсуждаем различные новости. Пойдемте, я покажу вам, как здесь все устроено. Машины жильцы дома могут парковать как около территории дома, так и на парковке, которая находится чуть дальше. Также здесь у нас небольшая стройка перед окнами, поэтому не обращайте внимания на звук. Здесь находится вход в наш дом. Можно спуститься по лестнице и с той стороны заехать на машине, припарковать машину, мопед или велосипед, что также удобно для детей семьи, у которых есть коляски. Кстати, весной здесь распускаются просто потрясающие красоты, очень большие красивые цветы. И именно здесь мы встречаемся с нашими соседями каждый вечер, пьем чай и разговариваем на различные темы, обсуждаем новости. Если говорить о парковке, то парковка находится с той стороны, здесь можно припарковать свою машину. Машина стоит у нас иногда на парковке, иногда нет. Здесь стоит наш электромопед. Кстати, друзья, электромопед – это универсальное средство передвижения по Алании. Электромопедом мы пользуемся уже более, я не знаю, 5 лет точно. И это наш пятый или четвертый электромопед. Он очень мощный.
Заряжать его можно 8 часов, ездит он порядка 40-50 километров, скорость около 30 километров, и зарядка мопеда не стоит практически ничего, вы не тратите много денег, как на бензин. Здесь у нас расположена парковка, ну а с той стороны расположен небольшой садик, где наши бабушки и соседушки выращивают различные фрукты, травы, там есть виноград, яблоки и даже кое-какие экзотические фрукты. А вход в наш подъезд выглядит вот таким вот образом. У каждой квартиры есть домофон, и если к вам приходят друзья или разносчики, то они могут позвонить вам прям в квартиру. На каждом этаже расположены всего две квартиры, поэтому в нашем доме всего 8 квартир. Именно поэтому мы так дружны с соседями и знаем друг друга. Здесь еще одна терраса, которая выходит на другую сторону, на сторону моря. Но здесь строят новый дом, и он немножко закрывает море. Также здесь у нас есть качели, на которых мы любим сидеть вечером и наблюдать красивый закат или любоваться огнями крепости. Вот таким вот образом, друзья, проходят наши дни, живя в Алании. И, как я уже говорила, Алания для кого-то курортный город, для нас это и курортный город, и город, где мы работаем, живем, ну и которым, конечно же, наслаждаемся. Каждый день в нашей курортной Алании, поскольку мы здесь живем и работаем, не просто отдыхаем, происходит практически как и у всех людей, которые работают и живут в других странах. Но у нас, конечно же, прекрасная погода, море и солнце. И даже работая в центре города, в любое свободное время можно отправиться на пляж и окунуться в самое теплое и красивое море в мире. Поэтому в Алании как повседневная жизнь, так и жизнь курортная, она очень разнообразна. Если мы здесь живем, как я вам уже говорила, мы посещаем различные мероприятия. Ну и, например, каждый наш день состоит из того, что, как и все люди, мы просыпаемся очень рано. Кстати, я встаю в 7 часов утра, приходим в офис, обедаем в нашем любимом ресторане. И возвращаемся на работу, а вечером ходим на набережную и наслаждаемся огнями нашего любимого города. А по выходным мы ездим по окрестностям Алании для того, чтобы любоваться и изучать красоты прекрасной Турции. Down.
занятия в море. Также изучаем иностранные языки, работаем, ну а вечером поем караоке, как, например, караоке, которое устраивает Эндрю каждую пятницу и на которое может прийти любой желающий. The karaoke here tonight at the Indian Bazaar is run by us from the Alanya Expat Social Group. It's done as a voluntary thing. We were looking for somewhere where we could come together and sing, and this was offered to us very kindly, and we have a lot of fun, but it's only ever as good as the singers. If we don't have the singers, we've got no karaoke, and I have to sing a lot and I drive the customers away. But it's great fun. We enjoy ourselves most of the time. Нас здесь много таких разных, из разных стран мира проживает в Алании, и у каждого своя история. Сегодня вы услышали мою историю, как я приехала в Турцию и чем я здесь занимаюсь. Ну а у всех остальных история своя, поэтому в следующих выпусках я расскажу вам истории, интересные истории людей, которые живут в Алании. В следующей программе я вас познакомлю с Эндрю, который живет в Алании уже более 10 лет и отлично себя здесь чувствует. Он из Англии, и в следующей программе вы узнаете, чем же занимаются англичане, проживающие в Алании. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Смотрите передачу «Лица Турции» на русском и английском языках в субботу и в среду в 22:00 на телеканале ТВ-82 и на моем YouTube-канале.